крылья изначально, в общем, очень сложная история у трека. Изначально Соня Рейн показала мне демку свою. Там был такой набросок под пианинку, где она вступление там напевала: «Сложные крылья сложены за спиною» и так далее. Вот. Это долго-долго все лежало. Потом я такой, типа, блин, а можно сделать из этого прикольную песню? Написал припев, написал куплеты. Куплет большой. Написал припев. Начали доделывать музло. Сделали туда музло. Полностью там Эрик переиграл там клавиши. Мы потянули опять Олега из Diamond Style. Он сделал аранжировку. Все это дело мы раскачали и так далее. Потом с Соней записали демо. И оно лежало, ждало своего череда. Вот. Мы на тот момент сотрудничали с Sony, как Big Music, да. Там как раз в этот период проходила съемка ее клипа «Сгущенка» и так далее. И потом в какой-то момент Соня просто поставила перед фактом нас, что она хочет дальше двигаться либо сама, либо с кем-то из своих там друзей и так далее. И что, в принципе, ну, больше не нуждается там в нашей какой-то там поддержке и так далее. Я в этот момент подумал, что, блин, можно же сделать этот трек чуть-чуть более, как сказать, более большим, да, что если, ну, то есть, что если сделать так, чтобы припев, допустим, спела не Соня, да, а кто-то более, как сказать, весомый, да, персонаж во всей этой истории и сможет раскрыть, может быть, вокально это все лучше, интереснее, ярче. Я подумал о Лизе, елке. И подумал, что, блин, в такой форме с Лизой на фите, конечно, эту песню больше людей услышит, потому что у нее огромная аудитория. И наверняка, ну, песня лучше сработает. И предложил Лизе. Переписал вступление. То есть там Соня предлагал, говорю: «Соня, может быть, ты хочешь, давай так оставим тебя в авторах» и так далее. И Соня отказалась, поэтому я переписал текст, и получилась песня с Лизой. Песня о мотивации, песня о процессе взросления, песня о том, когда тебе в той форме, в которой ты есть сейчас, становится тесно, и ты ищешь какие-то новые горизонты и летишь дальше.